Здравствуйте. 15 мая, вторник, день Марса. 30 лунный день, с элементом ветер. Дуисунгудр, где благодетельные поступки и греховные деяния приумножаются стократно. День благоприятный для людей, родившихся год. Мыши, змеи, лошади и свиньи. Хорошо в этот день покупать новые вещи, собирать и находить себе пищу, одежду, совершать добродетели, подношения, ставить закваску, просить и почитать Бога Богоборства Намсре, собирать долги, проводить обряд джапты, усмирять врага, подавлять нечисть, а также для жесткого решения некоторых вопросов. День неблагоприятный для людей, родившихся год, обезьяны и курицы. Нежелательно проводить похоронные поминки, приводить невестку, отдавать невесты, отправляться в дорогу, к разочарованию задуманное не получится. Стрижка волос к опасной ситуации для жизни. На Верхней Березке Цокчин Дугане с 9 часов утра пройдет хурал Мандал Шива. Дуинхур Дугане с 8 утра Дуинхур Хурал. Дважин Дугане Мандал Шива. Делайте добро.